И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы потестили новое оружие. И сегодня у нас админская базука, или как она называется, универсальная базука и перчатка Таноса. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Мне хп очень много. Что-то базарить там классно. Чтобы вы понимали, насколько эта пушка далеко бьет. Вот я поставлю вдаль еще вот этих вот NPC-шек. Смотрите, вон там прям вдалеке они, видите? Можно я разок стрельну, да? Так, давайте посмотрим. Ну все, Дима, стреляй. Нажимай один раз и кратко. Ага, понял. У нее есть, значит, далеко. Дистанция она... есть. Но если на правую кнопку нажать, то дистанции вообще не будет. Дима, нажимай, покажем, что у меня растворится оружие в руках. Давай тогда, чтобы для наглядности вот этих же персонажиков мы поставим. А, ну давай возьму этот еще меч, чтобы у меня в руках прям меч был. Посмотрим, останется вид от третьего лица. Прям по всей карте, по всем углам сейчас расставлю этих чудиков, короче. Угу. Даже сейчас под землю, под воду, везде они будут, понимаете? Ого, ну ты вообще взрослый мужик. Сейчас все, везде покажем, вот как они будут выглядеть. На крышу можно, в подвалы вон там поставить. Потом мне вас полетаем, посмотрим. Давай, давай. Кто-нибудь от этого. Так, вот. Сверху уже везде они стоят. Поэтому я сейчас спускаюсь в подвальчик. О, ФПС падает, хорош. Все, да? Да, 37 уже. Все. Берем правую кнопку мыши, нажимаем. И все, их нет. Да, я нажимаю. Гаррис Мод на рабочий стол вылетит. О! О, у меня вид от первого лица переключился. Ну, Димон, это было эпично. Офигеть, вы видели? Давайте теперь глянем. Остался ли кто-то в живых? Я просто сразу скажу, ребята, мы бы тоже умерли. Обратите внимание, у нас 0 хп. Да, у нас год мод. Но я, на меня пушка не действует, так как я ей стреляю, поэтому... Тут понятное дело. Не действует, да? Да, везде, Димас, все они умерли, везде просто. Сколько сейчас жизни у тебя? Но и хп. Говорит, не действует на меня. У меня все из рук вывалилось, вообще ничего не осталось. Я тоже килл пропишу, потому что так надо делать, ребята. Да, давай. Так, ну вот так как-то, ребята, давайте посмотрим. Что еще будем посмотрим, Димас? Ну, конечно же, перчатусю. Перчатку Таноса. Димон, да. Ставь аниматроников. Либо кого ставь. Давай Бенди аниматроников. А, они же будут бегать, вот блин. Давай сначала я найду эту перчатку, просто найти ее не могу, в руки хочу. XYZ называется. А, понял. Посерединке. Все, полистал, кроме этого. Что? О, что, Димас, я нажал. Слышишь? Что такое? Звук стекол у тебя есть? Да. Вот это жесть. А что случилось? Это я просто так жахнул, вот так вот. Димас, я почему-то левой кнопкой мыши нажал, и у меня, короче, все белое стало. Ого! А там надо R английскую нажать. Ой. Это что за флешбеки я ловлю? Да ты перематываешь время, наверное, Димон. Нет, это щелчок, то есть пол у людей остается, так, а пол... Вот power смотрим, что такое power. Ого, со стороны как смотрится. Тихо. След такой остается. Все, давай запускай ракетку. Ого! У нас ты что-то много запустил, мне кажется. Последний раз, все. Бля, она сблизи бьет, Димон. Да? А ну давай впритык подойду до челика и нажму, смотри. Что будет с ним, Димон? Не знаю. О! Оно на это и рассчитано! А как эта штука называется, которую ты сейчас его убил? Пауэр, просто впритык нажми и ударь. Ого! Кишочки отлетели. Блин, это специально в моде все сделано уже. Диман, возьми там я замораживать. О, Диман, смотри, что у меня есть. Ого! А что это? А что это у тебя за лазер? Ай, жоп я! У меня 100 хп. Смотри, Димас, что еще есть. Шары смерти. Бля, что, тебе гореть вечно буду? Да не должен. Да горю вечно. Вот это перчатка волшебная. Димас, я шторм делаю. Сейчас, я бегу к тебе. Энергический шторм, видишь, Димас, я делаю.
Это вокруг тебя вот эти шляпы летают? Да, вокруг меня такое. Где ты нашел такие суперсилы? Класс! Смотри, нажимаешь на R, Power выбираешь, да? Выбрал Power? Да, потом правую кнопку мыши. Правую кнопку мыши, да. И самая последняя энергия, энергии шторм. Во. Вокруг нас какие-то светлячки летают. Так, панч. Просто панч. Ого! Так, лаунч. О, лаунч, это я, короче, телепортируюсь, что ли. Да, я тэпаюсь, короче, так вот, перемещаюсь. О, подожди, что у нас тут еще есть? А ну, пауэр. Энергия, физика. Фриз. Тут есть, Димон, замораживать как-то. Вот я не помню, где это. Спейс. Спейс. О, Димон, смотри, что я сейчас сделаю. А ну, где ты? Видишь, что я делаю? Я чуваков подкидываю. А как? Они просто летают, смотри. Димон, ты можешь прыгнуть в воздух? Просто прыгнуть? Да. Еще раз. У нас, у меня, короче, 1100 хп на время становится, когда я юзаю эту способность. А, что ты меня переместил, Димас? Это я? Это, разморозь меня, Димас. А я не знаю, где ты? Я в воде застрял. Я лечу, Димон. Я вижу тебя. Давай, размораживай. Сейчас, фриз. О, наконец-то. Я туда порталов понаставил, говнюки. Так, ладно, давай еще посмотрим, что есть. Энергия бим, вот это офигенная штука. Что еще, Димон, там есть? Давай посмотрим. Ставьте NPC-шек, чуваки. Давайте. О, гравити. Что ты сделал, Димас? Вы, короче, все, что вокруг, притягивается. А как ты это такую штуку? Это, получается, у нас Space, и есть там такая штука гравити. Конфигурейшн какой-то сделал я сейчас. Че, подожди, Space, Freeze. Worldless Spinner. Да опять я говорю, Димон, не жги меня так больше, это больно. Я спиннер какой-то делаю. Вот это мы вакханали. Димон, это самая лучшая перчатка. Димон, смотри, что я сделал. Воу, мы уже такое делали на стриме, эпично. Это все покрылось какой-то штукой, а че горю бесконечно? Надо только килл прописывать, тут не надо сжечь нас. Надо килл, да, прописать. Так, ладно, дальше посмотрим, что он тут еще есть перчатка. Давай я NPC поставлю, Димон. О, время ускоряется, Димас. Мы можем быстро бегать и везде перемещаться. О, я знаю, кого мы поставим. Есть у нас тут в запасе несколько тысяч. Я остановил время, Димас. Да? Да ну нафиг. Что это? О, ты классно делаешь, Димас. А что это за эффект? Я первый раз так вижу. Это я замедлил. Слоумо, Димас, написано, короче, понял? Ты слово можешь. Ладно, давай нормально. О, а ну давай какую-то мощнецкую. Все горят. Давай увеличим время, чтобы быстро горели все. Все быстро горят. Смотри, офигенно. А мы не, мы как бы во времени, но нам даже ничего... Димас, твои патроны будут все быстрее лететь, Димас, попробуй. Давай. Ты сейчас любое действие, оно у тебя будет очень быстро. Давай. Да, а ну... Вылетело на рабочий стол. Это я, Димас, этим специальной штукой делаю. А чё я как бы горю, или как это ты так делаешь? Не-не, это гравитация, Димас. Ого! Я чё, когда упал, взорвался? Я не понял. А ну дай я упаду. Взорвался ты, Димас. Такой взрыв. Я не понял то, что это гравитация. Вот смотри, я падаю и взрыв, ты чё гонишь? Да, но это уже там ты наделал. Нет, вот давай, смотри. У меня в руках монтировка, пожалуйста, подкинь еще раз. Только в толпу я упаду, тут, давай. Да? Давай. Да, подкинь меня так же само, гравитацией. Повыше и брось меня, как жахну их сейчас. Во, давай, еще. Больше, давай, давай, смотри. Все, давай, давай, сейчас упаду. А че они не умирают? Не умерли, да. Кстати, классный эффект, неожиданно, что вот после такого... Давай, Димас, что там еще есть? Есть телекинез. Смотри, Димас. А ну меня подвигай. Ой, я как будто не двигаюсь, а телепортируюсь. Я всех расталкиваю, Димас, я иду и все. Ого, мужики, отойдите, я спешу.
Я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока!